Лето прошло, но оставило нам смартфон, который хочется назвать лучшим или, может быть, даже идеальным в этом сезоне. Давайте посмотрим, не преувеличение ли это, действительно ли он достоин всех этих восхвалений. Итак, Philips i928. Начнем с дизайна. Во-первых, смартфон очень тонкий. Несмотря на то, что в корпусе нужно было разместить и солидную аппаратную начинку, и емкий аккумулятор, разработчики отлично справились со своей задачей и обеспечили ему толщину всего 8,2 мм. Во-вторых, благодаря главным очертаниям и узкой рамке по краям экрана, девайс выглядит невероятно элегантно. В-третьих, у него потрясающее покрытие на задней панели, имитирующее кожу, очень приятное на ощупь и помогающее удерживать смартфон в руке. Следующее, о чем нужно рассказать, это экран. 6-дюймовый сенсорный IPS-экран очень большой, причем разработчики сознательно уменьшили рамки по краям, вплоть до того, что они кажутся почти невидимыми. Разрешение экрана 1920 на 1080 пикселей, то есть соответствует формату Full HD. Картинка яркая и четкая, цвета реалистичные и сочные. С Philips i928 можно даже не ходить в кинотеатр. От просмотра фильма на этом экране ты можешь получить точно такое же море впечатлений. Кроме того, дисплей защищен стеклом с закругленными краями. А теперь несколько слов о том, что у него внутри. Создатели этого аппарата использовали новейший 8-ядерный процессор Octa-Core, значительно отличающийся от своих предшественников. Обычно такой процессор использует схему, при которой 8 ядер делятся на две половины, и каждые 4 ядра работают попеременно. Но в Philips i928 применяется передовое решение. Здесь все 8 ядер работают одновременно, благодаря чему скорость обработки сигнала резко возрастает и быстродействие увеличивается. Это значит, что любые торможения, зависания, задержки при смене экрана владельцу смартфона не привидятся даже в кошмарном сне. Эта модель легко и непринужденно справляется с любой задачей, будь то просмотр видео, игры или посещение веб-сайтов. Постоянная память устройства 16 гигабайт. Маловато? Ха, не проблема. Берешь карту формата microSD, вставляешь в соответствующий слот и получаешь еще 32 гигабайта, например. Может быть, у тебя возник вопрос, сколько времени проработает это чудо техники с таким большим экраном и производительным процессором? Наверное, его надо подзаряжать несколько раз в день. Так? Ничего подобного. Разработчики оснастили этот смартфон аккумулятором емкостью 3000 мАч. Благодаря этому Philips i928 проработает в режиме разговора около 12 часов, а в режиме ожидания до 500 часов. Современный смартфон сложно представить себе без камер, и даже без двух. Действительно, у этой модели именно две камеры, основная и дополнительная, причем у каждой свои фишки и изюминки. Объектив основной камеры мы видим на задней панели. Ее разрешение 13 мегапикселей, она оснащена автофокусом и двойной светодиодной вспышкой, так что можно смело фотографировать в темноте или в режиме макросъемки, причем снимки получаются четкими, резкими и качественными. Фронтальная камера расположена над экраном, ее разрешение 5 мегапикселей. Ее основная особенность – наличие широкоугольного объектива с углом обзора 88 градусов. Любишь делать селфи? С такой камерой можно снимать не только индивидуальные, но и групповые автопортреты, забавные и неожиданные. Как видишь, у создателей этого аппарата есть все основания считать его лучшим и идеальным. Ведь не каждый смартфон может сравниться с ним по дизайну, техническим характеристикам и возможностям. Подписывайся на наш канал, ставь лайки, оставляй отзывы к обзорам и товарам на сайте интернет-магазина «Связной». Нам действительно интересно твое мнение. Пока!